О, придется все сначала. Итак, ну это очень важно. Итак, Елена Александровна, у меня запись что-то случилась. Мы с вами подходим к маленькому кусочку рая, равноценному Италии, Испании и Египту. Так, значит, никогда бы я, Железов, не посадил персики хасанские, которые у меня выдерживают морозы, правда, через один. Вот. Выдерживают морозы в теплицу, если бы не особый случай. Меня обошел один из моих учеников, Шаломай, садовод Шаломай, который живет на Сахалине. Он эти персики привил на войлочную вишню, мои черенки, и получил плоды в 4 раза крупнее. То есть настаивал вот так размером больше вот этих яблок. Естественно, что получается, там меня обошли, тут меня обошли, а тут теплица. Я ее забрал в наглую у тех, кто выращивал персики, вот, свои родни, и посадил однолетние сеянцы персика хасанского. Родители давали плоды размером от 30 до 50 грамм. Теперь, когда я их посадил, они у меня поросли год всего. И сильнейшая обрезка была сделана. Вот. Так. Ничего с ними не случилось. И на момент этой весны, им было всего лишь второй год, и они были обрезаны до колена. Все остальное, вот это вот, наросло за один год. То есть, можно сказать, ну, в общем, до потолка. То есть, за этот сезон? Да. Значит, на этот, получается, второй год однолетнего, то есть фактически им третий год, зацвело несколько цветочков, внимание, пока я не дождался супер, смотрите, вот один, вон второй, третий, четвертый, вот они, видите, ну давайте какой-нибудь разглядим, ну вот этот, например, да, вот, пока гигантизмом не пахнет, но мы надеемся. Он, кстати, поздний, он поздно созревает. Мы надеемся, ну, хотя бы до 100 грамм уже будет превышение в 2-3 раза, правильно? Ну, да. Идем дальше. Между ними рука не поднялась выкопать. Черный абрикос вклинился. Я должен был его посадить, я его садил уже сюда, потому что не было места. Где не было места? В саду. Ну, в стране нет места для Железова. Вот. Значит, и получилось, я его оставил между персиками, вроде мешает. А он растет, и мне стало интересно, дойдет до плодоношения. Вообще абрикосам тут делать нечего. А это черный абрикос, он родственник луче. Посмотрите, видите, куда я высунул? Форточку. Теперь, а почему, раз уж мы здесь, немножко про, ну, про агротехнику. Вы видите, совершенно здоровые персики. А, Елена Александровна, вот то, что выращивают в теплицах ваши коллеги в институтах, не выдержит никакой критики. Я видел их фотографии рекламные. Ну, в общем-то, я скажу, что избежать болезни им не удалось. А теперь откуда успех для сравнения? Смотрите. Идем сюда, сюда, сюда. Там открытая дверь. А здесь всю зиму, лето, весну, осень, полностью раз, два, три, четыре, все открыты, 5 форточек на 100%. Продуваемость полная. Смотрим сюда. Форточки, форточки. Короче, я их насчитал 16 штук. Вот. Пока ничего не случилось. Ждем следующую зиму. Единственное, что труд приходится поливать. Где-то через сутки по ведру на каждую. Я так, по интуиции. Так, и зимой здесь было натаскано очень много снега ведрами. Для того, чтобы все-таки не голая земля. Хотя не опасно замерзнуть, не боялись. Так, и еще. Когда я поливаю, ну это кусочек еще агротехники. Не только, чтобы мы ходим как туристы. Они посажены вот на такие холмы. Вот они. А вон еще один
Персик висит. Где? Вон завязался. Ни разу не видел. Вот он. А, вот он. Почему вот я не вижу? Ну-ка. Вот он, на веточке. Ах, точно. Ой, я счастье-то какое. Лена Александровна, посвящаю вам. Это ваш. Все. Спасибо. Вот. А косточки цены не будет. Теперь смотрите. Видите вот этот холм, да? Казалось бы, там холмы обязательны. Я исповедую посадку на холмы. Так? Вот. А почему здесь холм? Здесь же дождей не бывает. Вот крыша. Не бывает. А холм есть. Объясняю. Самое сухое место, где бы не было растения, это штамп. Поэтому, когда я поливаю вокруг, отступив полметра, чтобы ни капли не брызнуло прямо на штамп. Вот. В принципе, если бы у меня было терпение или деньги, чтобы нанять просто человека, вот который бы сказать, ну-ка, Петя или Коля, или Маша, берете лейку и постарайтесь полить сверху. Дождевание, это я признаю, единственный способ это подождевание. Пусть бы тогда немножко бы намочило бы, но лишняя вода ушла бы, и быстро бы высох штамп. К сожалению, вот этого вот худо-бедно. Знаете, чем хороши вот эти форточки открытые? Ветер, залетают насекомые, все прекрасно. Бабочки даже бывают в гостях. Вот. Но дождя нет. Я всегда считал, вот это все надо смачивать. Но это, ну, слава богу, что они же это не болеют. А вообще-то это лучше бы их еще и сверху умудриться полить. Может быть, брызгивателем со шланга. Но так, чтобы она сверху поливалась. Вот. Пыль стереть с этих самых. В общем так, ну здесь вроде бы больше ничего интересного нет. Ничего интересного нет. Где-то там еще. В общем, в следующем году мы ждем уже настоящий урожай. Они самоплодные. Даже если бы дерево было одно, оно будет точно так же плодоносить. То есть у меня такое есть. Представляете, я, пока не ушли мы от темы персиков, два саженца мы подарил своему другу и, как сказать, все эти склады на партийцу. Садовому, кстати, не пора ли партию садоводов? К садовому однопартийцу, вот, Чернобаеву Леониду Дмитриевичу, так. И эти два персика выросли, и будучи еще размером с наш силуэт, каждый из них дал, вы держите за стул, по 1000 с лишним плодов. Правда, очень мелких. Так, прошу прощения. Слушаю. Алло. Нет, самый разгар. Ага. Так. Теперь, значит, немножко нас отвлекли. Вот так. Есть фотографии, на которых чуть ли не до 1000 можно сосчитать огромное количество плодов. Но мелких, 20-граммовых. Но это было. Вот сразу, не сразу. У него было первый год там жменька, второй год пол ведра. Вот. Третий год там ведра полтора, и четвертый год по 1000 штук уже штуками считали. Почему? Потому что кушать-то хочется. Вот. И у меня своих было, я даже помню, 700. И его у него взял 1000. Я 1700 косточек персика продал. И с тех пор и до сих пор меня достают. Хотим. Вот. А у нас 2-40 градуса зимы. А потом самое теплое, но еще хуже. Так, ну, в общем, с персиковой темой мы закончили. Так. Я на съемке не могу говорить. Так. Ну что, дальше пойдем по саду. Итак, мы в саду заложенном. А, фотографируешь персики. Как вот глазастые, да, я вот не видел тот персик. Вот пока это единичное, но тем и приятнее, что хоть что-то это самое получаться начало. А ведь им третий год. Знаете, сколько им? Нет, сейчас врать не буду. Еще раз. Однолетние посажены были весной 19-го. Будем считать, что 18, 19. Да, третий год.
И нормально. Кстати, для сеянца это нормально. Привитый у меня на второй год плодоносит. А Сергей взял в питомнике, у него получилось, что однолетний персик, прививка на Войл-Сервисе, не купили. А на второй год на нем висело 18 персиков. Я даже фильм снял. Вот. То есть привитые вообще очень скороплодные. Так, ну пойдем дальше. Сейчас мы залезем в самые дебри. Правильно говорят, что это неухоженная дача? Сорняки. Где хорошо растут сорняки, там хорошо растут у меня деревья. Вот Сергей не смог продать войлочные вишни, видите? Вот они. Остались. Вот. Дикая эта груша. Эту грушу, вспоминайте, я хотел вам подарить. Дикую. Вот. А коронавирус все испортил. Я уже в крону в отчаянии сделал две прививки. Смотрите. А знаете, что здесь написано? Гигант Подмосковья. Это шедевр, не имеющийся равных вообще. Вы видели там в этом такие? В этом, в Мичуринске. Крупных нет, не видела. 500 грамм. Вот, ну это очередная прививка, смотрите. Просто не знал, что делать. Убрать жалко. И заслоняет питомник, то и питомник этот же, как он называется-то? Теплицу. Вот, ну пойдем дальше. В общем, что не ткнешь, вот она венгерка. Вот ей 3 года исполнится, на 4-й год она будет прекрасно плодоносить. Пришла пора. Вот. Абрикос-академик. Молодежь. Кстати, сравните. Вот абрикосы, посаженные мною в 2015 году, однолетними. Смотрите. Посмотрите туда, на небо. Вот. Это вот так должен выглядеть молодой сад. А вот здесь, допустим, годом позже. А вот это вот фаина, да? Еще годом позже. Видите? Ей всего 4-й год. Это я все помню, хоть у меня памяти нет. А вот это знаете что? Это мякоть мы удобряем, костики забираем, а мякоть уже перезревшая. Вот она уже под деревьями. Вот. Очень необычный абрикос, я его называю сын полка. Тройной гибрид. Долго объяснять. Если бы плоды были, вот, я вам бы долго бы объяснял. Это тройной гибрид. Посмотрите, какие листья необычные. Вот нормальный лист, вот он, рядом, академик. Только академик, а он как лопухи, здоровенные. А вот это вот сын полка. Это, если добьюсь успеха, тройной гибрид, то будет навсегда за ним закрепиться это название. Так, идем дальше. Ничего не замечаете? Замечаю, это прошлогодние прививки, которые мы делали. Это не летние прививки. Нет, это весной. Весной, да, вот они. Вспомнили. Это, как она? Та же венгерка, на тот же абрикос. Так. Вот он абрикос. Они уже молоды. Ему, допустим, так. 6-й год, а от прививки 7-й год. Так. Посмотрите. Уже в морозобойных. Но уже 7-й год ему. А это роскошная фаина, представляете? Ей тут вообще делать нечего. Но вот такие вот раны, покрытые грибами, трогать нельзя. И эти деревья никогда не умирают. Вот ему 7-й год, потом будет 17-й, потом 27-й, оно будет живо. Главное не вот это, они прекрасно заживляют раны. Были 40-градусные морозы, отсюда морозобоины. Вот главное, смотрите, посадка на холм, так нет. Абсолютно сухой штамп. Вот. И это и есть здоровье дерева. Урожай был, но в этом году тю-тю. Одна или две штучки было. В этом году на крупноплодные проблемы. Вот. Вот здесь показываю как анекдот. Смотрите, яблоня-богатырь, да? И венгерка. Яблоня-богатырь. Это на постоянном месте законная.
А венгерка – это питомник Сергея. То есть она должна была быть выкопана и продана. Так? Вот. А ее не купили. А теперь я не знаю, какую оставлять. Но она уже обогнала в росте. Она и в росте обогнала. И она, с другой стороны, у меня последняя. А почему последняя? Помните, у меня этот самый ранетка, та, с которой мы все опилили, омолодили, да? Так она там была веткой. И попала под пилу. Я приезжаю, уже все. А кроме меня никто не знал. Оттуда ветка сюда перенесена. А теперь получается единственное дерево богатыря на данный момент. А у Сергея могут быть. Ну, неважно. Все равно жалко, даже если она лишняя. Вот. Космическая груша. О, хороша. О, вкусная. Вот. Мне она нравится, знаете, чем? Довольно рано заплодоносила. Ах, это ж плохо. Я ж всем тверду, всей планете. Чем раньше плодоносит, тем хуже. Ну, я ж обыватель, в конце концов. Хочется быстрее попробовать. Она мне на третий год дала первые груши. Вот. Сейчас посадка эта, даже, сейчас скажу. А, нет, правильно. Ей шестой год, солидный возраст. То есть 2015 посажено. Вот. И я на нее примере, вот тут было скошено, и было видно землю. Да? Показываю. Ребята, груша привитая, это урод, потому что это боковой, из боковой ветки мы сделали этот шедевр. Правильно? С груш, с плодами. Я говорю, ребята, никогда не проезжайте. У нее штамп сухой должен быть, сухейший. Чтобы ни капли дождя на него не попало. Это основа здоровья. Об этом, опять же, вся планета, один я знаю. Так получилось. Никто, нигде, ни разу не вякнул, что одумайтесь. Вы что делаете, уничтожая это самое, скелетные ветки, оставляя раны? Этот идиотизм процветает, и я уже... А, нас теперь двое. Нас теперь двое. Ну, рядом еще одна груша. Но мне так обидно. Это мраморная, ну, сладчайшая. Ну, почему она в этом году без плодов? На том участке все в плодах завешено. Вот. А я знаю почему. И опять солнца не хватило. Вот это заслоняет соседи. Вот этот ряд самый плохой. Видели? Знаете, как отстает тот ряд? Вот для примера, да? Смотрите, вот одновременно абрикос посажен. Вот этот. Так. И вот этот. Видите? Разница какая. Чем ближе к этому самому, тем хуже. Снова венгерки. Теперь уже так. Я говорю, Серега, оставляем все. Питомником, а это я называю кочующий питомник, переходящий в маточный сад. Знаете, сколько мы себе веток возьмем? Оставили какие? Лучшие. Вот. А им всего третий год. Посмотрите, какие красавцы. Лучшие. Вот навсегда остались. Пойдем дальше. Вот это моя беда. Видели картофель? Нет у нас места под картофель. Вот калечим эту. А ведь эта земля должна быть не тронута. Это один из моих постулатов. А тут всего лишь в метре от деревьев уже эта земля перекопана. Вот. Ладно, хорошо бросал картошки. Когда опять все в тени. Ладно, идем дальше. Еще кусочек питомника. Посмотрите. Это уже молодежь подрастает. То есть росло себе и осталось расти. К сожалению, смотрите. И тут рука не поднимается. И тут рука не поднимается. Видели? И что теперь делать? У меня есть ружье. Вроде бы стреляться не хочется. Это потому что питомник, потому что оба перспективные сорта. Идем дальше. Снова груша. Почему? Потому что эта груша там росли, и эту грушу никто не садил, она так и осталась. Красота? Вот. Идем дальше. Вот, пожалуйста, груши привитые. Это культурные груши. Мотайте на ус. Они привиты.
растут, растут плохо, мешают друг другу, видите? Вот. Как всегда, в моем саду даже питомник является селекционным. Ни разу не полито, ни разу ничем не удобрено. Вот этот абрикос я подсадил, там у него были очень плохие корни. Вот, он взял, я не заметил, он теперь не хочет выпрямляться. Вот. Не знаю, что с ним делать. Я его подсадил, а так как времени нет, все пошло наперекосяк. Я про него просто-напросто забыл. Вот. Идем дальше. Идем дальше. Ну-ка, что это растет? Вот. Это что-то растет, причем растет плохо. Здесь весь ряд вот этот угнетен вот этими вот. Вот этими вот. Огромный рост. 50-60% времени тень. Отсюда результат. Вернее, отсутствие результата. Видите? Возможно, ее придется убирать, потому что нет, его теоретически можно выкопать. И на новом месте сильную обрезку сделать. Убрать 2/3 кроны, на новом месте он возродится. Ну, куда пересаживать? Куда? Ладно, идем дальше. Вот. Видите? А вот это вот интересно, да? Здесь росли сплошные абрикосы. Они были проданы. Так. Остался, догадались, как самый лучший. Вот. Остался этот самый. Дар небес. Здесь он у меня как бы единственный из даров. Идем дальше. Вот это наконец-то получилось так, что у меня жердель с Мелитополя, черенок, я привил на этого самого, на манжурце, и получилось два, ну, диких нельзя назвать, два полукультурных друг на друге. Урожай дали. Тополь. Тополь это. Ну, я говорю, все позаброшено так, что даже тополь вырастили. Вот сейчас мясо надо мной будет, зря показали. Так вы не показывайте его. Не, у меня такая привычка. И я этот самый поклонник Хаджина Средина. Для меня он гений. Я мало людей, которых я это превозношу. Что он сказал? Не мне, а всей планете. Когда над вами смеются? Смейтесь громче всех. Все. Точно. Ладно. Так вот, вот она жердель. В возрасте уже довольно солидном. 3 года. Я ее пересадил сюда. И здесь она растет всего 2-й год. Вот. И жду плоды. Так. Почему? Она все-таки соседствует с благороднейшим, и он королевский. Видите? Вот он. Навис над ней. Вот уже кроны сомкнулись. Вот. Я жду от нее чудо. То есть это плоды будут уже не 20 грамм, а чудо может быть какое угодно. К тому же ее родитель также рядом рос с королевскими, с академиками, воинами. Поэтому я жду чуда, не просто жердель, как на Украине. Хотя она у меня корень собственная, уже не привитая. Я жду чуда. Все, мы заканчиваем, меня съели полностью, хотя мы осмотрели где-то 3-й час. На этом мы пока закончим. Благодарю, друзья, за внимание. В общем, еще раз вот так обозреваем, да? Вот так вот. Обозреваем, обозреваем. Вот это и есть в начале, нет, в начале питомник. Посадка маточного сада. Все это перемешалось. Лучшие остались из питомника. Вот маточный сад практически, кроме 2-3, весь выжил. И прекрасно развивается. Вот так вот должно быть у всех. То есть прошло 5-6 лет, и у вас должен быть прекрасный сад. Ой, вот эти еще не видел, яблочки-то. Ну-ка, а откуда они взялись-то? Смотри, красота какая. Это буквально за неделю окрасились, да? Здорово. Да. А что же это такое? Я же никогда не смотрю до первого урожая. Это первый. Помнишь, в прошлом году не было ничего тут? Ага, где я сейчас найду бирку? Где я найду бирку? Ну, хороши. Это будет маленькое чудо. Ну, ладно, все равно на этом надо прощаться.
А или может быть другим тоже интересно, а что же это в железо за новый сорт? Я же стараюсь не повторяться. Нету, да, бирки? Ну, не видно. Ну, ладно. Потом будем идентифицировать. Так, я нашел бирку. Пойдем сюда. Последнюю секунду. Ай, бегать надо, комары. Рискуем жизнью. Вот она. Так, держи фотоаппарат. Все-таки отдам жизнь за садоводство. Пусть заедает меня. Придется ее снимать, ничего не вижу. Но уж больно яблоки хороши. Видно, что заурядными точно не будут. Опа, все. Ставим. Розмарин! Ёлки! Наконец-то я дождался! Вот что значит это. Ну не дадут помереть, не дадут и все. Ну что ты будешь делать? Вот, а сколько еще? Розмарин, наконец-то! О. Фух. Здорово! Но уже видно, что им еще расти месяц, что это будет чудо. И заметь, сам не знал. А я привычка, у меня хорошая привычка. Вначале привить и забыть до первого плодоношения. Вот, а зато как приятно потом добиться чего-то. Ну что, друзья, сейчас все обозреть. Елена Александровна, еще раз иди сюда. Дело в том, что я не могу понять, кто украшает сад. Ты сад или сад тебя? Давайте еще. Вот. Ну что, или помаши рукой, или как, на прощание. Всего доброго. Скажи, да. Мы еще вам надоедаем. Мы еще покажем вам. И надоедим. Надоедать не будем. Ладно. Ну все, хватит.